Дядя, тетя, здрасте. Сегодня у нас в ремонте вот такая вот магнитола. Майфу надо такой будем делать. Не знаю, что с ним. Говорят, что что-то замкнуло, задымилось, и он отключился. Попробовал, подключал зарядку, и ничего нету, не работает. Сейчас будем разбирать. Чтоб разобрать, ну понятно, верхнюю крышку там легко снять, а вот именно вытянуть сам привод дисковода, то тут надо открутить вот эти вот винты, два, и тут два есть. То есть их откручиваем и аккуратненько снимаем шлейф. Короче, разобрал, и у нас, ой, с этой стороны вот оно расплавилось, отгорело. Сейчас припаяем, кинем проволочку и попробуем, что оно там будет. Причины пока толком не видно, из-за чего. Ну, посмотрим. Дальше. Сейчас кину и попробуем. Короче, тут вообще это у нас ножка, он полностью отвалилась. Сейчас надо что-то мастырить, чтоб ножку припаять сюда. Или проводок. Не, забыл сказать, что это ж вот значок. Что-то земля у нас отвалилась. Сейчас разберу и посмотрю, как ее можно там припаять. Короче, тут взял, просверлил, а вот своей бурмашинкой просверлил отверстие, чтобы добраться до той ножки, но ничего не получилось. Сейчас отпаю все эти ножки, все равно они, на них трещины есть уже, как раз и пропаяю потом заодно. Отпаяю и протяну проводочек до вот этого вот контакта, ну или до вот этого внутри, вернее, с другой стороны, а не изнутри. Отсюда. Так, вот так добавил ногу, потому что по-другому не получается. Вот этот контакт идет у нас минус. И вот она идет сюда. Припаялся просто так напрямую. Сейчас выводим. Вот думаю, небольшую ли ногу припаял сюда. Сейчас припаяем и лишнее будем отрезать уже на самой плате, потому что вот она сюда пойдет. Ну, короче, как всегда, час ночи у нас, а я тут сижу, страдаю. Ой, сделал тут вот так вот, припаял все это дело. Эту ногу тут почистил сажу, потому что сажа у нас, как известно, она начинает со временем пропускать ток. Сейчас все это дело залью лаком. Ну, проверил, запускается, ничего не замыкает. Должно работать, потому что по всем, ну, прошелся по плате, кое-где там подпаял. Ноги потрескавшиеся. Ну, как-то так. Такой ремонт был. Непонятный. А что замкнуло, так и неизвестно. Или контакт плохой был, что оно выгорело, да и все. Потому что здесь уже так много таких мест было, что был плохой контакт.
Так, тут все повымывал. То место видно, что вычищено. Да, реально вот классно этим, как его там, бурмашинкой. Вот это вот, вот такое вот сверло или бур, или как его назвать. Или нет, фреза, наверное. Вот это тоненьким срезает, хорошо все убирает. Вот такое самое тонкое, тоньше, чем жало у меня на паяльнике. Где там свет тут? Я недавно показывал. Да, тоньше, чем жало. Так что хорошо, удобно им бурить, сверлить, чистить. А, кстати, платы на машину, которую делал, тоже там пришлось убирать. И благодаря вот этому аппарату много получается что сделать. Как я жил раньше без него, не понимаю. Так, ну на этом, наверное, закончим. Потом соберу его, отдам уже хозяевам. И на этом будет все. Удобно еще вот эти вот очечек. Вот так будет, наверное, лучше видно. Очки классно помогают. Вот такую мелочевку рассмотреть. Я ж уже старый, плохо вижу. Ну все, всем большущий такой огромнейший привет и до следующих видео. По скриптуму никуда не денешься. Наверное, это будет постоянно. Забыл сказать, что вот тут паста высохла уже на звуковой микросхеме. То есть пасту, теплопроводящую пасту кинуть. И тут, наверное, нужно будет наложить пасту, чтобы вот этот кристалл у нас не перегревался. Хотя здесь не было достаточно, наверное, было того, что есть. Это, наверное, транзистор у нас. Или что это? Ну, он был прикручен, чтобы охлаждаться-то. А кину пасту. Лишним не будет. Забыл показать, а то сказал, проверил, а как-то на доказательства и нет. Да вот, музычку кинул. Что-то диск не воспринимает. Ну, пошел. Ух ты, это. Короче, музычка с нашей свадьбы. Надеюсь, YouTube не забанит ее. Следующий трек. Вот так, 11 лет назад. Не, ну 11, 3 февраля будет 12 лет. О, ну это вообще. Все работает. Так что 3 февраля будем. Будет праздник. Большой праздник. Да вы чё, сколько воспоминаний. Вот это вот ради того, что показать, что он работает. Слезы на глазах. Да. Но все работает, чё.
все без проблем. Да, когда-то это надо его как в рамку и написать ему 12 лет в этом году, в 2018 будет. Да. Вот если бы не показал, что надо, как его там выключать. Ну, даже не знаю, где он выключается. Ладно, с этим я сейчас разберусь, как он выключается. Но, извините, что затянулось это все дело, потому что воспоминания. Воспоминания, вот смотрю, 3 минуты прошло с того момента, как включил музыку. Ну и так все каналы проверить, чтобы они работали. Да, чтобы не замыкались, а то опять замкнет где-то. Походу замкнуло, где-то провода коротнули. Потому что просто так оно... Ну или контакт был слабый, как уже говорил. Вот и проблема из-за этого. На этом все. Простите за воспоминания, но... вспомнилось. А тем более сейчас у нас январь, какое там число уже, 3 февраля будет 12 лет. Ну все, всем спасибо, всем до следующих видео.